ничего не давай, когда будет беги. Сади. Сейчас мы это имитируем, как собака должна идти рядом. Конечно, это не идеально, но для второго дня я думаю, что очень даже неплохо. Тань, ты сейчас сделай, знаешь как, ну выгул, просто скажи, гуляй и все, пусть она гуляет идет. Тебе бы сейчас длину поводка понимала, чтобы она. Выбирай поводок, чтобы он не болтался вот так вот, да. Как только натяжение происходит, ты поддергиваешь ее, даешь понять, что вот она граница. Все, пошли, разворачивайся в другую сторону. Ага. Да, похвали. И это без ринговки на поводке.